Утобозавр – один из самых ярких представителей семейства плезиозавров – водоплавающих рептилий, обитавших на Земле с триасового по меловой период. Однако наш сегодняшний герой жил в морях юрского периода. Длина тела футобозавра составляет 7 метров, а вес 4 тонны. Однако ученые предполагают, что некоторые из особей могли достигать в длину до 14 метров. Футобозавр, как и его сородичи, обитал в крупных водоемах, однако время от времени ему все же приходилось выходить на сушу. Отличительными чертами футобозавра были длинная шея и лапы, превращающиеся в ласты, позволяющие ему развивать огромную скорость под водой. Длинная гибкая шея, заканчивающаяся маленькой головой с вытянутой пастью, помогала футобозавру угнаться за верткими рыбами и моллюсками, а десятки острых крючковатых зубов не позволяли добыче вырваться. Футобозавр – один из самых известных представителей семейства плезиозавров. Обладал широкими ластами, позволяющими ему развивать большую скорость под водой, но не на суше. Длинная, подвижная шея и острые зубы помогали футобозавру продуктивно охотиться на рыбу и моллюсков.